говорим о реформировании системы власти. Чтобы кто бы ни пришел к власти, полномочия президента были урезаны в пользу парламента, в пользу премьер-министра, где министров назначает уже кабинет министров, где есть полный баланс, кто бы уже не пришел к власти. Давайте говорить лучше об этом. При том реформированной власти, о которой мы говорим, основной акцент смещается на команду. А по команде, вот я просто по некоторым личностям скажу, и будет ясно, насколько содержательная эта команда. Это Брауль Каджиба, лидер форума, который за 10 лет противостоял всей этой системе. Это Беслан Дудба, возглавляющий партию «Эра», меценат и бизнесмен, который, ну, наверное, один из немногих, который привлекал деньги со стороны в Абхазию, а не выводил, как это делали другие. Это Авто Гарцкая, которого безупречно, мой командир батальона, безупречная репутация не только войны, а в послевоенные 20 лет, что это важно. Это Шамиль Ахмба, за которым при той же безупречной репутации и опыта работы в структурах, которому безгранично доверяют молодежные организации. Это в том числе и мы с Аруа, Ливан Мика, Тимур Наджара, я, Виталий Гарнер, мы, которые тоже позиционируем себя как хорошие ребята, извините. Астамур Таня, который был все это время помощником первого президента Владислава Арцинга. Один из умнейших людей, с кем меня, собственно, столкнула жизнь. Этот список мы можем продолжать практически бесконечно, где нам за такую команду не стыдно. Причем мы говорим о том, что далее разделять нам не позволительно. Мы готовы работать вместе. Кто бы ни победил на выборах, разделять далее народ нельзя. И ни у кого вотума доверия и худо не будет, кто далее себе позволит разделять, поскольку эта страница в истории, я надеюсь, перевернута.